Здравствуйте, мы находимся в Санкт-Петербурге, в торговом комплексе «Радуга», и рядом со мной претендент на титул чемпиона мира М1 челлендж в полулегком весе Юрий Ивлев. Юрий, добрый день. Добрый. Расскажи, как проводил время с момента последнего боя, чем занимался? Подрался в Ростове, подрался в Таганроге на наших местных «Легион Файт», чтобы, так сказать, психологически не забывать, как это, выходить на ринг. А так в основном семьей занимался. Расскажи, как проходила подготовка. Вот в интернете появилось видео, где ты готовишься, занимаешься вот именно функциональной подготовкой. Что в нее входило и как долго она шла? В основном последние полтора месяца. Вот с последнего боя, как я подрался в Таганроге, это было в апреле, я чуть-чуть отдохнул и потихоньку начал раскачиваться. В основном все функционально у меня было. Готовил функционалку. Много дрался, много опыта. Много чего знаю. Вот не забыть то, что было, и подготовить именно вот мышечную выносливость. Функционально подготовиться к этому бою. Вот. В общем, вот так. Что можешь сказать со соперника Марате Гафуре? Какие бои его смотрел, какие аспекты его техники отметишь? Ну, разбирал ли, какую стратегию выработал на бой? Да нет, стратегию специально, как бы я под соперника никогда не готовлюсь, как уже говорил. Знаю, что он может драться в стойке, может драться в партере, но в партере он наиболее лучше дерется, нежели в стойке. Поэтому буду вообще бой строить там, где получится, там, где чувствовать лучше буду. Остерегаться буду партера. Ну, все приблизительно так. А так, все, главное навязать сопернику то, что сам умеешь лучше. На чем поле будешь играть, тот и выиграет. Расскажи, вот еще в интернете, ну и в комментариях, в том числе к твоему видео с тренировками, многие проводят аналогии, сравнивают, что очень многое схоже, как Федор тренировался, и в то же время твоя техника, как ты ведешь поединки, и внешне ты некоторым, многим людям напоминаешь Федора. Расскажи, как тебе такое сравнение, слышал ли ты об этом? Не, маленьким Федором называли, но это потому что, не знаю, наверное, какие-то физиологические данные, где-то что-то кому-то как-то напоминает. На самом деле не знаю. Но если кто-то что-то разглядел, ну пусть будет так. Я не против. Это наоборот. Юра, спасибо большое за интервью. Может быть, в заключение несколько слов зрителям, которые придут на твой бой, или, может быть, приглашение как раз, чтобы они пришли. На самом деле, хочу всех поблагодарить, кто поддерживает этот вид спорта, кто смотрит этот вид спорта, кому этот вид спорта интересен, потому что чем больше болельщиков, чем больше людей это смотрит, тем больше людей в это вовлекается, начинает тренироваться, и тем лучше нам, как бы, больше придает сил выходить на ринг, зная, что мы делаем это не только для себя, но еще для кого-то. Полуфинальные поединки Гран-при тяжеловесов. 21 августа. Санкт-Петербург. У парусника «Летучий голландец». Билеты kassir.ru. Информация mixfight.ru.